Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие секретки. Сегодня с вами снова я, Тигра Надя. Сегодня у нас очередные покупки из Читай Города. Сразу хочу начать с первого. Это вот такие вот кабушоны опять я взяла. В прошлый раз, помните, были такие бирюзово-голубо-зеленые, да? И синий, кажется, там цвет был. В этот раз я взяла вот такие нежные, серебряные и такие жемчужные. Посмотрите, какие они красивые, как они переливаются. Просто прелесть. Опять от этой же фирмы Gemstone. 75 рублей их цена. 18 штук в упаковке. Также я заказала с AliExpress. Они уже вроде как пришли ко мне на почту, кабушоны. В форме сердечек, там 100 штук. Цену сейчас точно не скажу, но когда буду видео снимать про все покупки, я обязательно покажу вам. Далее я взяла наконец-таки такие вот жемчужины, полубусины. Уже, как видите, я их активно использую. Единственный их минус в том, что, мне кажется, они либо старые, либо некачественно сделаны, потому что они отрываются без клеевой основы. Вся клеевая основа, вот она тут остается. Всего три жемчужинки у меня снялись правильно. Остальное все вот. Вот оно здесь прилипшее, ни в какую не снимается. Приходится сажать на дополнительный клей. Стоили они тоже 75 рублей, 80 штук. И такой вот нежно-розовый цвет у них. Очень классные. Нравится мне, как они смотрятся в оформлении. Безумно красиво, безумно нежно. Итак, далее я взяла вот такие вот карточки винтажные. Сейчас я их сразу хочу вытащить. Вот так вот они действительно находятся на карточке с такими вот штучками держатся. А здесь у нас вот таких вот 6 дизайнов. Сейчас мы их всех посмотрим. Эти карточки, они, короче, их надо вырезать. То есть они не отрывные, да, не на перфорации. Только сейчас до меня дошло, что я показывала вам все кверх ногами. Просто лол. Потому что они все здесь кверх ногами прикреплены. Итак, что я хотела показать. Что они здесь у нас не на перфорации, а это вырезные карточки. Как я понимаю, наверное, это наклейки. Да-да-да. Вот, с трудом нашла клеевой край. И это у нас все правильно. Наклеечки. Очень красивые. Тут вот с птичками, с розами, с цветами есть. Так, затем у нас здесь есть карточка на тему Англии и Франции. Ну и просто путешествий. Тоже очень красивая. Опять на тему Англии и Америки. Затем такая вот винтажная. Здесь щелкунчик у нас есть. Вот такие я очень люблю. В виде всяких штампов, в виде печатей, марок. Можно не только квадратно вырезать, а прям по форме. И вот такие вот американские плакаты. У нас здесь 4 автомобиля. И разные интересные у нас здесь коллажи. Этот прикольный с котиком ученым. Леменштейн. Очень хорошие наклейки. Итак, последнее. Как обычно, я, наверное, очень банально. Я опять взяла бумагу. 6 на 6 у нас здесь. 259 рублей. 15 на 15 у нас здесь. 6 на 6 дюймов. 16 дизайнов. 32 листа. На тематику почтовых отправлений и путешествий.
кажется, вот такие вот покупочки на сегодня. Надеюсь, вам было что-то интересное, полезное. Вы нашли для себя что-то новое. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.